Новый детский сад и обновленные улицы сделали микрорайон Водники одним из самых привлекательных и активно развивающихся, считает председатель ТОС Водники Наталья Зеленина. А впереди большие планы, которые городские власти уже обсуждают с жителями. Наш район активно растет и развивается. Вот, допустим, в прошлом году, да, у нас был капремонт улиц Фрезеновской, Карла Маркса. У нас появился новый садик «Золотая рыбка». Довольно весомым событием стало в нашей жизни. Район становится более привлекательным. В том плане, что буквально вот до детской поликлиники, да, мы еще там 2 года назад не могли пробраться, потому что грязь, лужи, весна, осень, слякоть. Сейчас мы идем по благоустроенным тротуарам. Естественно, молодые семьи, мамы, также автолюбители, которые по этой дороге постоянно ездят, это довольно большой плюс. Поэтому даже выбирая жилье, мне кажется, любая, да, семья, учитывая те факторы наличия детского садика, тем более нового, наличие благоустроенного подъезда к дому, да, наличие дороги. То есть это все в плюс, поэтому я считаю, что это, да, положительный момент развития нашего района. Планы также далеко идущие у нас. Из того, что мы вот делаем сейчас, с чем работаем, да, это перекресток Карла Маркса Северная. Довольно он стал сложным, потому что поток машин очень большой, жителей прибавляется, да, машин прибавляется. Поэтому мы сейчас работаем с администрацией по поводу организации кольца, либо светофорного комплекса. Также, насколько нам известно, рассматривается проект строительства школы на Северной, школы вместе с детским садом. Поэтому район растет, район развивается, расширяется.